Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы вам покажем, как правильно заменить картридж в JTech Terras. Terras является закрытой подсистемой и работает на сменных картриджах, которые можно заправить, но нельзя обслужить. Поэтому, если вы почувствовали привкус гари, вкусопередачи или количество пара в вашем устройстве заметно снизилось, то картридж необходимо заменить на новый. Для начала извлеките старый картридж и выбросьте его. Достаньте новый из упаковки. Откройте заглушку и заправьте его жидкостью. Плотно закройте заглушку и дайте картриджу постоять минимум 5 минут, чтобы наполнитель в нем хорошенько пропитался. Перед установкой картриджа обязательно прочистите все контакты. После этого можете установить картридж в батарейный блок и использовать устройство. Делайте плавные и в меру длинные затяжки, это позволит жидкости испаряться должным образом. Спасибо за просмотр, с вами был Сигарет Нетбай, до встречи на нашем канале.